Региональное отделение КПРФ давно уже не блещет политическим креативом. На акции сходятся либо давние сторонники, либо специально приглашенные из других регионов люди. Ульяновцы, если не происходит беспорядков, вообще не замечают так помпезно начинавшихся политических игрищ. Вот акция, которая проходит сейчас на Стелле, как вы относитесь к такой форме выражения политической борьбы? Правильно это или неправильно? То есть вы даже не в курсе? Вот. А что там происходит? Ну, там палатки стоят на стеле. Нет, извините. Как вы относитесь к такой форме политической борьбы? Правильно это или неправильно? Я вообще политикой не занимаюсь, и это неинтересно. Мне как-то правильно или неправильно даже никогда не задумывалась. Ну, чтобы не мешали никому. Как проезду там. Не скрывали, да. А так мы не знаем, кто где что делает. Мы же внизу. Народной поддержки, о которой в своих блогах с упоением рассказывают вожди красных, попросту не видно. Вот простая арифметика. С выборов снято 20 кандидатов. На площади даже тогда, когда коммунисты пригласили поддержку из других регионов, собиралось не более 200 человек. Значит, на весь Ульяновск у каждого из потенциальных слуг народа всего 10 активных избирателей. Однако есть люди, которые эту акцию заметили. Это жители близлежащих домов. Я считаю, что это истерика. Ну, в принципе, понимаете, они здесь мешают людям жить вот в этом доме. То есть мы-то здесь ни при чем. Очень страдаем от этого. В каком плане? Потому что они, вот как делали им замечания, они не убавляют звук, например. Можно, ну пусть включили музыку, все понятно, но вы убавьте, вы же понимаете. А вот большинство мы живем как раз, вот я как раз живем туда, все выходит. Это вообще, это что-то. Есть и другие, кто считает подобные акции плевком себе в душу. Это люди, заработавшие себе уважение долгим и честным трудом на благо нашей большой родины и региона. Я считаю кощунственным использовать такое святое для ульяновцев место, чтобы проводить свои политические игры. Это не метод борьбы, это просто безобразие, я еще раз повторяю, это бездельничество. Им делать нечего, пусть они меня простят. Я тоже была коммунистом, но мы такой гадостью никогда не занимались. Конечно, представлять интересы людей важно, однако думается, что это лучше делать на своем рабочем месте, будь то завод, похоронная контора или Государственная дума, особенно тогда, когда сторонников на многотысячный город у тебя десятки, и любую известность ты можешь получить только как моська из басни.